Так, привет всем еще раз. Так, у экспериментал сегодня японский тяжелый танк 5 уровня. В базовой комплектации. Радиостанция единственная я поставил, но она открытая была тоже. Громанин, привет. Антоха, бро, привет. Так, включим бустик. Парам-парам-пам-пам. Так, наверное, вот это 4 часа. Пусть он. Не знаю, сколько покатаем, но он на 100%. Ну, а что, давай сработку включим. Фарм, наверное, не будем. Хотя, сейчас вместе с этими плюшками. Плюс 30, да? Нет, не буду. А где быстро тандок? Не быстро, как он есть миллион тут. Ну, с бустами за счет этих плюшек. Плюс эти плюшки на преме 8 уровня. За пару часов миллиончик фармится, там может даже побольше. Так, что, взвод соберу, первый взгляд. Так, Дэн просился и Вольф, ты здесь? Едешь, Вульф? Так, Маврик. Так, всем объяснять, вот я и говорю. Пишут много, кто пишет. Вульф, а ты где? Чё капец, бро? Да уже очередь, Антох. Если позже, тут Вульф должен был уйти, не знаю. Ты 5 Type Heavy хочешь купить? Да. Хочу. Вульф, чё? Вульф молчит. Вентиль, здорово. Мы темный фронт уже откатали. Вульфа нет, поехали. Игромания. Ну давайте, если есть желающие, тогда как-то это. По несколько боев где-то есть. А, Вульф не смогу. Ну все, тогда мы берем другого. Так, заценим, что у вас тут по статистикам-то. А, 30 тысяч боев. Это воды. Денчик. Дэн, а у тебя это первый аккаунт? А, ты продал, Вульф. Ну, просил меня на нем и сам продал. Все, погнали. Вентиль, откатали мы темный фронт сегодня, ты опоздал на пару часиков. Посмотрим, что за аппарат. А, это второй аккаунт на первом бан. Надолго, что ли, бан? Перманент? Знаете, сразу к семерке. Но сейчас вот это вот взводное, это я, наверное, погорячился. Я сейчас буду по КД в этом, внизу списка, да?
Сейчас мы втроем будем по КД на дне. Да, он еще и не едет. Ой-ой-ой. Поеду в город. Движок дорогой, да? Ну, посмотрим. Ха-ха, такой обрубок. Сейчас проверим. Сетка улети 140. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, поспешил. Да что ты там припер? КВ второй. Обнаружен противник. Нормально, нормально, 150 меня устраивает. Борта не танкует, борта у него вроде слабенькие, насколько я знаю. КВ-2 приговорил его. Че, педобиры? Как у вас успехи там? Ой, не в тот закоулок. Дос и дос. Экипаж посадил с СТшки с 8 уровня. А двух радистов не хватило. Там бабский экипаж был. Поэтому он без боевого братства. Братством, наверное, веселее было. Папирос ТВ, привет. Теоретически можем, но я думаю, что ничего хорошего из этого не выйдет, потому что помнится, кому-то бан стримерам давали за это. Я понял тебя под насчет, но лучше, наверное, не надо. Чехи-то я не пойму, с какой стороны. Садись, раз. Так, лампа у меня здесь есть. Хорош.
Так, Е25 это плохо. Как ее ловить-то? У тебя есть еще 5 минут. Потрать их с пользой. Ну, бан, типа подставные бои, типа того. Еще 900 урона, это вполне для меня, для рака. Шоу Геймс, привет еще раз. Да, взвод полный. Не знаю, давайте, может, тогда как-то это по паре боев и меняться, если много желающих. Но сейчас посмотрим, как пойдет. Если постоянно на дне буду играть, то, наверное, я лучше соло покатаюсь. Если начнет жопа гореть. Так, вторая классность. Мы еще и фармим. Сейчас я гусы поставлю топовую. Жопа тебя быстро сгорит. Погнали. Какой новый? Сегодня было какое-то микрообновление? Ты про какое новое имеешь в виду? Шоу Геймс. Так, едем дальше. Марк, привет. Пиши ВК, Марк. Пиши ВК в группу. Шоу Геймс, спасибо за лайк. Мне тебя надо сзади прикрыть? Ай-яй, помолчи, погоди ты. Ты чё как это кричишь-то? Сделай чувствительность, у себя убавь. Ты чуть телёнка меня не сделал. Молчал, решил поговорить. Ага, то же самое, да. С зрителем сорян. Вот это. Вот это ты гаркнул. Убавил чувствительность. Грома. Теперь я тебя не слышу. Скажи что-нибудь. А, я говорю, нормально, я светанулся, блин. Хорошо, Марк, смотрю. Короче, я сдох. Пока тут с настройками ковырял. Ни БК. Ни мехвода.
до сих пор отойти не могу от этого вскрика. Передернуло всего. Кто не хочет. Просто на 600 просадили. Долго летит. Берут меня, да? Там успел убежать. Ну вы чё, два педобира слились? Да играй, с кем меня спас. Упоролись. Мне такая игра не нужна. А этот червяк приехал. Где он там проехал? Пошли в ангар. Игроман куда убежал? Напугался. Всех напугал и сам свалил. Все, одно место свободное, желающие. Да все уже свалили со стрима. Есть пятерка-то еще. А четверка? Шестой, давай, Но Вульф красавчик не свалил. Не, 8 далеко. Ну уж вроде на пятерках стрим, смысл на 8 там залазить, да. Не, с нулем.
Так, что у нас тут восьмерка? Семерки есть, да? Вольф, нет. Вольф интересуется. Матч. Куда полез? Здесь тайп сейчас 59-й приедет. И развалит. А, что-то слился? Бывает. Говорю, сейчас тайп приедет. Три арты. Как его контрить? Ждать, когда на 43-ку упорится. Володь, привет. Ну, я примерно тебе так и представлял. Проверяем на деле. Одна КД. Ай, блин. Маневр не удался. Хитрый план, хотел не светиться, подъехать. Борща спасать. Борщ сам себя спасет. Ну, зато не светился. Что-то дебри какие-то. Там 43-й. Здесь можно выползти? Похоже, что да. Типа развалили, осмелели сразу. На 43-й, что ты мнешься-то? Ай! Эх, и чудовище, а? Бестолковое. Борщ светит. Барабан скинул. Ай-яй-яй. Что-то у меня сегодня не задалось. Повредил гусеницу. С передвижением. А, Денчик куда-то свалить решил. На ФВ-хе, который. По фрагу подсосали. Борщ, красавчик.
Рикошет. Игромант куда делся? Заорал и убежал. Тысячу опыта дадут за что? А, движок, ну да, движок дороже, чем этот, чем танк стоит. Володька, поедешь на япошке? Пятый уровень. Есть у тебя такой? Так, что у нас? Встречка. Три арточки. Блин, они меня здесь закидают, да? Какашками. Ну, а на гору я долго буду залезать. Пока я залезаю, меня в бортин накидают. Рискнем. Какие еще пути? Центра ехать смысл? Да, полет снаряда такой. Ну ты че опять, Дэйчик? Ну а куда ты упоролся на своем хрустальном шарике? Понятно, свертухи. А если бы не свертухи, тебя бы арта забрала все равно рано или поздно. Да. А с ногами никого нет. И убежать я не убегу отсюда. Крусейдер вы. Ну чё, голды заряжил, Вовк? Всё, и убивать меня начал. Ну где наша арта-то? А, я на ББшках, вот баран, я ББшки на ББшках. Ай, надо поменять их местами. Сорян. Я думаю, че его не пробивает вообще по нулям. Ай. Нормальный стрим на японцев. Погнали обратно на шестерки.
что у меня тут за Thunderbolt стоит? Что за аппарат? Давай прокатим. Он без всего нет, не будем. Надо экипаж откуда-нибудь со стэшки. Со стэшечки. Восьмерки. Тебе без понятия. Я не ЛТ, вот. Ну на гору тебя не пустят. Попробуй на маяк где-нибудь там, недалеко. Будет опасно, убежишь. Горку там взвод, барабанщик. Два барабанщика во взводе, они тебя ушатают. Обнаружен противник. Угу, они на маяке. Вали оттуда. Говорил, тебе на горку надо. Пробил. И не пробил. Давай назад сюда. Ну, это опрометчиво. Зря ты опять это сделал. Там накидал. Три выстрела сделал. Накидал он. Маяк проехали. Зайдет. Что-то вообще куда-то снаряд улетел, непонятно. Пошли вон отсюда! Пошли вон отсюда! Пошли вон отсюда! Пошли вон отсюда! Второй готов! Пошли вон отсюда! Уже три фрага. Двенадцатый заедет, развалит. Понял.
сколько он мне дал? 460 на фугасах. Да. А где наша команда была? Ну, я 800 дал. Не удивлюсь, если мы с тобой сейчас еще в топе по урону. На маяке наших не было. Все были в районе базы. И как-то умудрились базу просрать. Ну да. Центурион с Шпротом тут одни. Одни играли. У тебя есть что-нибудь, кроме светляка 6 уровня? Ой, 5 вот. Ты на... А, ты на Т-67 вообще гонял. Ну ладно. Оставляй 67-го, только не лезь никуда. А, смысл тебе его выкупать? Не знаю, если он тебе не нужен, то не надо. А, тебе нужен он, да, тоже проходить? Ну, выкупай тогда, поехали вдвоем на одинаковых. Ну, конечно, тогда да. А чё это, где это? А, это White Park. Ни хрена себе, я тут не был. Т-57. Который хэви. 67. Супер свет. Так, надо мне опять, я не поменял этими местами ББшки с фугасом. Ну хотя бы это ББшный, это я Крусейдер забрал зато. Пошка такой же. КВ-2 там сверху что-то пытается. Не лезь никуда. КВ-2 на ББ. Тоже на КВ-2 на ББ играет.
застрял. Топ выракала конченый, понял? Я-то вроде не топ, да? Надеюсь, это не меня. Подсвети этого хилеса, да. Он по мне стреляет. На меня смотрит. За рентген его. Ага, хорош. Как он танкует. Чё, Дэн, кто тебя слил? Ай. Ну, с гарантии нет, что пробьешь его, не пробьешь. Сейчас на кого... 85-й выкатится. И не факт, что я его пробью. Может, и пробью. Четвертый в копилку. Зончик такой бодрый. А чё там этот 30-ка стоит? 67-й-то взвод, они сейчас нас развалят. Как-то на базу, мне кажется, кстати, троллить их. Иначе они сейчас поедут туда и встанут на нашу. Да, гоняться, наверное, за ними, ну да. Не резон. Взвод там. А арта чё, убежал тоже что? Или чё, деремся до конца? Урона нет. Да бог с ней базы, да. Сольем так сольем. Лукашка там за это стоит вроде. Задефился где-то. Будем надеяться. Да, скоростёнки-то нет. Они сейчас назад побегут. Враг обнаружен. Ну что, я говорю, назад побегут. Перевернул. Обнаружен противник. Уничтожен. Пятый готов. Военосик на подходе. Где коричневый? Зайди. Там окно какое-то. Сойди. Накрой. Эх, Берунг, Берунг. Двойнос мне не дали.
Первоклассный зато. Тридцаточка фармит неплохо. Кто-то у меня спрашивал на стриме, какой танк взять для фарма. О! А ББшками по этим стрелять надо. По мелким уровням. Ну даже, наверное, по пятеркам по некоторым и то пройдет. Ну давай, собирай, не торопись. Пойду я за водичкой схожу тогда пока. Давай, упаковывай. Ну чё, как успехи? Чё, братство бы ему. Что да? Погнали. Семерочки. Ой, скорость полета 290. Как у фугаса кумулятив скорость. В УБХе такая же. Что, на гору? Да-да-да. Жопу себе отъел, да? Никак не развернешься.
67. Минус 67. Два дебила. Третий. Три. Так, я вроде проскочил. Двадцать девять. Сколько альфа то кумулятивов? 360. 360. Заглянул. Ай. Ой, как у меня вот вымораживают эти. Это там Т-25 там так и бегает. И всем похеру. Сушка стоит там, что-то дергает, не знает. Что там с этим 43-м, да? Убежал. Этот просто бегает по базе безнаказанно. Вырезает арту. Сейчас еще и к нам в корму заедет, но... Куда у меня башня поворачивается? Алло. Пока туда развернешься, пока сюда, здесь у всех убивали своих и чужих. Хорош. Сзади 43. Хорош. Там 122-44 ПТ-шка впереди. Не подставляйся под нее. Там. Сорок. А, ну да. А чё, я думал, у него меньше альфа. Что-то не заходит. Да дебил вот этот вот на чайфике, Артёмик. МТ-шка пролетела, всех тут вырезала, кого хотела, кого могла. Он стоит ПТ-шка за камушкой.
1500. Красиво. На фугасах. На фугасах. Ой, да, фармит. Фармит. Не, с нулем. Где этот фугасный специалист? 140, ну, настрелял. 3000 на Исухе что-то как-то не зашло. На 25 пополам то же самое. Что-то как-то не получается. Решил на чайфе на фугасах попробовать. Чудо, человек. Живот елок. Доедем, доедем. Вопрос только смысл. Куда-то мы доедем. Дальше что делать? Куда-нибудь. Ой-ой, кто это? Зачем ты это делаешь? А? Вон по уни так сделай. А я добавлю, если он в тебя стрельнет. Не, он побоялся, он думает, что я за тебя впрягаться буду. Не буду никак. 13. Ёлк слева. Затараканили ёлку. На том фланге беда. Счет 3-5, мы еще никак не доедем. Просто 5 баранов слилось. Ты едешь или нет? Вот туда-сюда дергается, стоит под артой. Погнал.
у него, наверное, там жопа горит от этих от наших фугасов. У меня погорело. Давай, иди еще к КВ-2 там кони. Маловато будет. Здесь ПТ, походу, нет. Ух ты, вот это вот он дал. Что-то я все на ХП свое забываю. Я почему-то думаю, что у меня так много ХП. КВ-2 его звали. В полку ему. Отсветись. А то арта добьет. Давайте, давайте, давайте. Нужен захват. До конца боя 5 минут. Был захватом. Доезжай, не останавливайся, сейчас он тебя догонит. До камня хоть спрятаться. Так, толпа в захват встала. Не, ЛТГ будет вот здесь, мне кажется, выкатывать. Вот здесь он будет выкатывать. Еще ёлка там. Хорош. Да-да-да. И все разбежались. Осталось 3 минуты. Да. Надо было на блок к ЛТшке лететь. Джоник похмел. Враг обнаружен. Шотный приехал. Смысл. Должно хватить.
был за толстого прятаться всем за камень, а не высовываться, когда ЛТшка засветила, смысл, все выкатились. Стояли бы за камушком, стояли. ЛТГ наколотил. Как этот, как я КВ-2 своего завалил. Мне больше нравится. Два класса. Куда пойдем? Классом же? Да не знаю, я бы на теле не рванул, но, наверное, туда мы долго будем ехать. Поехали на Е4. Да. Не, на следующую полку пониже, я думаю. В сторону. Давай левее. А, не, да. Туда. Ущерб 4 уровня. Вчера я на нем накатывал. Грешник Зевса. Жду. Так, там есть кого пострелять? Арта будет как раз закидывать, да? Базик уже выхватывает. Смотри, они уже у нас на базе. До свидания. На базе у нас проблема. Да ты-то куда, коричневый? Ну иди, я тебя подтолкну, иди. Иди потанкуй, иди. Иди танкуй. Прицел круглый. Надо это, домой возвращаться. И про этих не забывать. Что он делает, вот этот вот бот? Я предлагаю на них прям туда падать, иначе нас задолбят, наверное. Давай, Хетцера. Я не попал, сорян. Сейчас. Стой, не шевелись. Луч в спине.
Так, крепись, я пойду луча доберу. Он не даст жития. Жития, бытия. Вместе с ботом, дуплетом. Ульф, выкупай назад, и япошку поехали с нами. Так, подержись там еще, да. Сейчас я этого мелкого заберу. А счет 5-10 уже. Не заберу я его, он сейчас будет от меня бегать. Куда поехал? Чемодан забыл. Четвертый готов. Повреждение гусеницы. Шанс взрыва увеличен. Ай-яй-яй, как так мало-то? Сзади ПТ несется. Куда поехал? Чемодан забыл. Огонь просто. Чутка не хватило. Чутка, тут прям развалить-то их осталось. Мелкие эти помешали, да, я тебя там бросил. Нельзя их было оставлять. Да-да, давай подождем, сейчас что-то осталось. Стоят, ждут два дебила. Скворечник проломили, трещина пошла. Еще 200. Бонус достойный. А чего опыта дали? 1200 это вместе с достойным. Всем привет, ребят, кто подошел. Успехи, да, пока не особо, но так сойдет. Так, у них тоже взвод такой же. 29. 29 мы ему на 2 выстрела. Но на зелень вообще не вариант, тогда город только остается. Почему у тебя медленнее едет? У тебя гуслей нет, наверное, да? Потому что... И зал у меня летит 24.
городе, но в городе не знаю. В кумы зарядить, но там заборчиков, наверное, много. В 29-го, наверное, кумысом можно пробить нормально. Собаки воют. Ой, сейчас засветим. Тут отлично нет, но пойдет. Ёлка в городе, что делать? Ой, чудо. Моро, привет. Стату 3-4 6 лоу там накусал. Поясни еще раз по-русски. О чем ты там пытаешься до нас донести? Ну вот скажите мне, что он забыл здесь вот в городе, а? Ай! Аккуратный хлоп. Два. Че не на ББшку? И что? Моро, 300 боев, и что? Статистику я на нем поднял. С головой-то вообще нормально, да? Нет? Чудо. Ты ведь не знаешь, о чем вообще и как это все происходило. Свой рот тут пытаешься открывать. Вольф, отправь его там куда-нибудь подальше, в бан. Чепушил тут какой-то безумный, пришло что-то нам рассказывать. Что я на MX40 статистику набил. Смотри, хоть на одном танке, на каком там у меня что-то набито. На каких-нибудь 67-х, на которых все гоняют, да? Или хоть на одном песочном. Смотри, какая у меня статистика на моих 40. Сколько я там набил чего. Че, где все? Где вся команда-то опять? Статистику набил, это клоу.
Как он мне пробивает такой? А, он с 6 уровня, да? Артём, Егор, привет. Да чушь несет Вольф. Ладно бы что-нибудь по делу там. Нашел кого. Из это. Спидобир приписал меня. Я что-то даже не заметил, как у нас вся команда куда-то делся. Пока елку гонял там по хайвею. Шесть тысяч ДОИ, да у меня еще ой-ой-ой сколько. Привет, ребят, кто присоединился. У меня еще не початый край. А почему эти на ББшках были в городе, в противоположном команде? Взвод. Двиглов качаю, можно будет потом попробовать на этой, на топовой пушке. Как оно? Виктор, привет. Сразу вижу уничтожение ОИ. Снова здрасте. Сто 72 дня дорого покупал прям аккаунт. Нет, у меня Ростелеком, он у меня этот, как сказать, пожизненный, каждый день обновляется. А это то, что накопилось за то время. Нет, вру, там было дней 30, наверное. Дней 30 у меня было, когда Ростелеком подключил. Я остальное все набежал, вот, ну, там, когда патчи день према дают. Плюс там в каких-то плюшках новогодних, наверное, сундуках там что-то было. Ну, короче, так вот накопилось. Полгода, считай, что. Можно отключать Ростелеком и полгода с премом катать. Чё, где опять команда? Ну, слабенький у него фугасик, слабенький, только для мелочевки. Чё, лесенка не ломается? Кому там в пиксе? Да-да-да, сверху. Артём, да-да-да. Копится. Ай, проворонил черчи. А, все равно вот в этот заборчик бы попал. Да, может, шукать им потихонечку, что-то там ВКшка, он упарывает. Все пробивают. В затылок ВКшки бы не засадить. Успел. Победа-то будет у нас, нет? Все пробивают.
Я думал, у него броня есть. Так, щеку подставлю. Прицел магнитится. Сейчас там этот марокканец скажет, что с щитами еще стримит. Да, Вульф? Видел, как прицел подцепляет? Он читер. На МХ-40 набил статку еще и с щитами. Статку в 50%. Ну, статист лютый. Обнаружен противник. А это что, жопа ездит? Так прикольнейше. А что, у него минус 30 км в час назад скорость. Бэм. Я опять жопой покатил. Че за аппарат такой? Мне только предстоит он. Д2. А есть смысл? Наверх мы не залезем, да? Ну давай здесь тогда давим. Прям едем туда. В карман. Наверное, в кармане нас развалят. Да, брони нет. Я думал, у него брони будет побольше. Что-то у него печально все. В плане брони и так только мелочевочку танковать. Обнаружен противник. Катило бы туда. Тигра нету. Давай, давай, туда въезжаем. Погнали, не ссыте. Ай. Здесь мы будем, да, умирать от арты. Затылок свой подставляет. У меня светит так. Вот и 50 красавчик. Дэн, давай перекатывай сюда на мою сторону и вкатим туда. По твоим рассказам думал. По каким?
Этот будет стоять здесь. Сорта здесь развалит. Смысл здесь дергаться. Заехал туда, убил светляка. Все, всю команду развалил. А что за мной? У меня 30 хп осталось там. Кто меня пробил? Кумель. Иди танкуй. А, там КВ-2 еще. Хелкат. А, ну да, наверное. Не, ну я что-то думал, что побольше. На голде Хелкат. Здесь слив, что он стоит, что он ждет? Здесь надо было выехать, принять. Втроем бы выкатили, от всех получили бы подтычки, ну и ладно, и убили бы их. А все, а теперь мы в этом кругу. В замкнутом. Давакин. Да нет брони, да, там своих одноуровня вот, семерками не танчит. Шестерок не танчит через раз. Ну им полкарты. Полкарты им отдали. Это стоит там под камушком. В топе список. Здесь меня арта сейчас заберет. Или 12-е приедет. Был бы, да, показал бы. А чё ты его продал? Было ставить. Сам звал меня, поехали, поехали кататься на нем. И продал. И убежали. Вертух. Сорта хлопнет. Этот Довин стоит, все ждет. Е-25 пытается перестрелять. Все, тут изи была бы победа, если бы мы туда вкатили. Тигр мой, сейчас смотри, засекайте, сколько он сейчас, как он лопнет. За обе щеки сейчас просто. Его тигр. Че, я 25 убежал, что ли, оттуда? Арты, почему он там еще живет, тигр? Пойдем
Кумулятив был. Был кумулятив. Попал в гуслю. Че, пойдем ангар? И дождемся. Надо было уж фугасами дальше стрелять. Три арочки. Куда поехать? Налево, наверное, тупик. Поеду я на... Да, наверное, тоже туда же. Мне кажется, до девятки они не будут танчить в пути. Горек во взвод просится. Валкин не затащит. Ай, не затаранил. Шестьдесят седьмого, да. Чё они какие бешеные? Чё они ворвались? Семёрки сегодня что ли? Вот. Это топовый табак. Сегодня не знаю. Сегодня японский стрим. Третий готов. Денчик, живи ты где есть вообще? Зря ты туда, там никого нет, не надо, не ходи. Давай здесь зачистим их и поедешь по полю за артой. Вот этих добьем 34-к. Вернись ко мне, помоги нам. Дуй на зелень за артой. Одна осталась уже, да? А кто их вырезал?
Там и КВ перевернулся. А в Денчика нет семерок. Не статист. Да я про эту. Это с огнетушителем есть. Да. Спасибо. Пятерками на голде. Фу. Там и не было, наверное, ничего. Что-то там Денис-то залип. Ага. КД с семерками. Игорь первый. КВшки. Че, в город, наверное, придется, да? Моя твоя не понимать.
подумаешь. Там к восьмеркам там больнее. А, ну там пушка, да? Серьезней. В этом плане, да, наверное. Где у них тигрич? Убежал таракан. А я не попал. Даже этот мелкий меня пробивает. За контроль этого легкого. Он сейчас выставится. Ага. Ой. Союзник из. Ой, блин. Пушка задирается на этом. На кочке. Я его не пробью в кормут. И сад. Ай, никак она никто не опускается, то не поднимает. Не знаю, когда закончим. Пока покатаем. Загадывать не будем. Ничего не успел пострелять. Ты прощайся и сад. Извиняется, он говорит. Два часа уже, но еще покатаю. Еще покатаем. У меня плюшка на 4 часа включена. Опыт. Так что можно 4 часа катать. Топчик. Топчик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук 67. И они будут, конечно же, справа. Направо. Фугасами долбить 67-х. Одно удовольствие. Погнали направо. Гусли поставил. Играй давай на гуслях.
Джампер, иди отсюда. Не успеваем по таймингу. Опаздываем. Спасибо за лайки, ребят. Привет, с кем не здоровался, кто подошел. Здесь бы не светиться по дороге. На сторы, на стопы. Через час на сторы. Что такое сторы? А здесь мало. Одна арта у них. Кстати, надо ББшку зарядить на этих. На 67-х то вообще самое оно будет. Ваншоты будут сразу. Если попадешь. Этот не пробивается ББшкой. Это куда я там попал? Не лезем, не лезем вперед, пока здесь. Давай здесь подождем, кто там, может, толпа. Хотя уже 4-0, да, счет. Но еще не было ковышек, не видели. Одну. 67-й. Ну, поехали. А вторая еще. Не светилась одна. На 44-100. Да нет, нет, на нем нет. На нем, может, завтра второй этап там начинается. Может быть завтра, но не факт. Пока на япошке. Я на ББшечку переключился. На 67-й ты уверен, у нас будет пробивать? Не очень. Ай, не попал. Сейчас бы ушла в ангар. Хорош. ББшка? И 67-й там. Да ну, что-то перестояли. Я без урона. Старец фура Ку. Ну, САИ начнется кайф. Да ну, я так не играю. 90 урона. Я только прицелюсь, они уезжают. Цель захвачена. Цель потеряна. Враг обнаружен. Оставить цель. Ай! Туда-сюда, туда-сюда. Да давно собирался. Надо бы выкачать. Что-то надо качать. Нет такой. Не особо напрягаясь, по фанчику покатать. Просто топовый урон.
Покачаем, пусть будет. То все играют на арте, на фугасницах. Буду и я играть на фугасах, чтобы никого не выцеливать. А просто в силуэт плевать. Раз другим можно на таких играть, значит и я буду на таких играть. Это еще надо арту выкупить. Oh, yeah. Спасибо за подписочку. Любители танков, спасибо за подписочку. Пятнашка, ну еще нет, ни движка у меня еще нет, на движок на 27. Налево, да? Фортин мне на получать бы сейчас. Уи сразу открыть. А, ну, в принципе-то да, логично. Зачем мне движок 30 тысяч? 34, ты в себе вообще? Нет, он меня пытается толкнуть. Почти попал. Да, зачем мне движок? Если только так по фану покатать. Или не стоит, да? А то опять скажут. Статку набивает. На пятерках. На тройках. На МХ-40, да-да-да. Фармишь просто неистово в Н8. Так, наверное, надо здесь их подождать. Там под арту не по... Т-14, назад бы ты отъехал. Что в топ хочешь вывести? Это не тот танк, который... Ну да, все, что-то я затупил. Правильно, старец, правильно вы говорите. Зачем мне? Там же ничего не мешает, там пушки все открыты. Да, шестерку сразу возьмем. Огонь! Огонь! Ну мало. Кумысом я его не пробью, сколько у него бронет? Наверное, должен. Попасть бы еще. Видос. Хорош. Да, больше чем 140, походу. За рекавы у нас. Где-то он. Где-то над головой. Не вижу только где. Падает на нас. Нет, не падает. Видос. Да, кумысиками можно. Иногда. Сейчас я вам в корму накину. Я его тоже, наверное, кумысом сейчас в корму. Если меня арта не заберет по дороге. Сейчас, старец, подожди секунду, прочитаю. Ай, пушка не пускается.
Сворачиваю башню. Уже три фрага. Пробилку мостцом. Его апнули тогда, как и остальные, он лучше стал чувствовать себя в плане брони. Это шестой? Я думал, он убегает, стрельнул, не стал дожидаться сводки. Шестьсот шестьдесят шесть. Так, сейчас в бан, жалобу. Не видите, если зажать Q перед выходом в бой, можно сделать беспрерывную связь со взводным. Не в курсе, первый раз слышите такое. Лайфхак. Да зачем, не надо нам. А, пятый, я помню, что-то их там нерфили наоборот, по-моему, какой-то раз. Миниск все равно без связи. Да-да-да, вот шестой понерфили, что-то я говорю, кто-то что-то где-то слышал. Незначительно. Ну, попробуем. А, в TeamSpeak? Нет, TeamSpeak... Нет. Нет у меня его. Что-то я как-то от него все сторонюсь. Discord есть? Да все без связи все равно. Все так. В лучшем случае, если слышат, а то некоторые не слышат. Давай в сторону... Это, горы. Да камушка. А, арты нет. Ну, значит, прям на гору погнали. Ну, погнали, это я так. Образно. Полетели, да. Стабилизация 0. Куда-то просто в сторону врага. Нас никто не хочет поддержать на горе. Все уже 3-0. А чё я с... Матильда по мне стреляет, это хорош. Ты светился, что ли? А таким образом она по мне стреляет. В чистом поле, как она в меня попала? Передо мной никого не было, в кого там есть стрелять. Гасов море, кидай, не хочу. Так, я предлагаю, может, не ехать туда, да, здесь их встретить.
34 слепая, меня не видит. На катке квас. Посолчики. Пока стоит, будем в него. Как он меня засветил? Трубы включились у него, что? Эх. Я, значит, готовил его. Так, враг в панике. Погнали. Куда погнали? По идее, бы гору отжать, кому-нибудь проехать там. Мне не хочется своей скоростью туда заползать. А то меня Павел постоянно дискорд-то не отвлекаешь на ком. Я понимаю, да, нет, но мне неудобно, опять же, я даже сейчас вот, видишь, это, в YouTube через это, без кнопку разговариваю, потому что у меня здесь дети бегают, телевизор тут, не поэтому, ну, лишние шумы, микрофон не идеальный, далеко, и поэтому лишние шумы вам слушать, у вас уши будут загибаться, проще мне нажать кнопку. А так-то да, я согласен, кнопочку. Без кнопки. Долгое время не хотел качать японцев. Думал, что они без голдов фугасов. И на голде минуса жесткие были бы. А чё, нормально? Можно это... Без голдов катать? Мне кажется, голдов эффективнее. Только что жесткие, да, минуса. Попробуем, посмотрим. Не, ну на этих, на проходных-то можно и на обычных, я думаю. А уж Type 5, да, наверное, там голдовые нужны. А пока мы до него дойдем. На обычных... Ай! Засветил меня этот выб... На обычных вполне играбельно, главное стрелять по дно всем танкам таким высшим в крышу и вылетает на обычных по 400-500. Ну, затестим. Денечка, там ВКшка, она так и стоит на этой. Где-то здесь он. Тогда да. Ну вот я об этом и говорю. Нет, хорошей жизни я тут пальцем тыкаю. Что с прицелом происходит? За все, что цепляется, за все подряд. Че вот с ним? Вот я его просто веду, а он вниз падает. А где-то в других местах наоборот, на деревьях вверх подскакивает. Не доеду. Это ДВ-2 у нас фулово еще. А, кстати, ВКшка на голде. За... А, ты все слился. Это
Это топовый дамаг. Ой, как я ему на 500 дал, это как? Куда я его на 500 пробил? Я на тайпе 4 так кайфанул, что 2 топора взял. 90 боев статка, как у тебя примерно моя. Ну, приятно, приятно, когда такие плюшечки. Так, и 2 ПТ, Хетцер, Матильда. Матильда, там да, она там так и стоит. Ой, ДВ. Матильду заблайндить попробовать. Вот так хотя бы, сколько войдет. Так, завалили ВКшку. Лаги, да, лаги жуткие, согласен. Но это было еще до этого, то есть еще, по-моему, в прошлом патче еще было. На этой карте, которая высадка в Нормандии, забываю все как она. Там по деревьям я водил, она наоборот, этот прицел кверху подлетал. Давай, давай, давай. А где? А нет уже. Пробой 60, по-моему, фугас. А урон? Урон даже не знаю. У ББшки 360, а у этого 440. Максималка у меня, значит, прошла. До конца боя. Причем такая жесткая максималка. Ну чё, мне ехать светить, что ли? Алло, товарищи, давайте кто-нибудь уже подсветитесь. А ты слепая, наверное. Ай-яй, не вовремя я. На ход фугасом проблема дать. Баллистика, да, непонятно вообще, куда он летит, туда или перелетает. Ну, 1500, и то хорошо. У Бартина-то. Калибра. Основная калибра. Нормально. Так, а блайнды, интересно, залетели. А, у Матильду один зашел. Квас, квас, квас. Ну, квас этого я расстреливал, а этот КВ где был? Я его не помню. Значит, тоже в него вошло. Да, да. Так, Дениска убегал. Давай перерывчик 2 минутки устроим. Сейчас я отойду на 2 минуты. И все. А, 2600 тебе осталось. ИОИ. А мне 6000, 7000 осталось. Мне 7. Давай 2 минутки перекурнем. Сейчас я вернусь скоро. Так, ребята, не разбегаемся. Сейчас подойду.
Яблочки, яблочки. Все готово. Погнали. Сегодня все никак не посмотрю, не успеваю. Он мигает, я ничего не говорю. Окей. Мы туда переедем, нас не убьют по дороге. Бой начинается. Мне кажется, можно было бы и налево попробовать туда. Только что там вдвоем. Ну да, была не была. Вдвоем мы там не уместимся. Я поправее возьму. Мороженый катер какой-то. Грядся. Засветишься. От выстрела. Подозрительно тихо. Светляк у них топовый походу. На город не залез, 71-й у них. Ну что-то вообще, да, фугасик слабенько, слабенько. Ну, вот в таких моментах нормально. Надо бы топовую пушку попробовать так ради фана прокатиться. Танкуем, братцы. Ну, 130 уже приятнее. Чуть тебе в затылок не засадил. Шесть ноль. Наверху. Ай, в каток попал. Сейчас бы фулочка, глядишь, бы прошла.
в таких боях, когда в топе, то да. Хотя какой в топе? Мы с семерками, да? А чё, а где семерки? Кто у них семерка? Мантикора. Сколько на нем на мастер надо? 1002? Сложно набить 1002-то на этой фугаске. Да, что-то как неинтересно. Все умерли. Не ощутил, да-да-да. Обнаружен противник. Скучно. Сейчас отправлю я банк на тебя, отправлю. Так, итого 22. Что в этой пушке? 124, но она скорострельная. Ну не пробить ни о чем, 150. Ну хотя для 5 уровня может это и достаточно. Ну а косая такой себе. Наверное, не стоит даже тратить серебро на нее. В этой кумулятив 3140, зато альфа 350. Новенький флипшарта. Ну да. В лесу там не дадут житья. Да и здесь, мне кажется, она задолбит. Ступеньки не сломай у меня. Новый только приварил. Все, электроды кончились. Минус один. Да, справа беда у нас. Так, держу в курсе. Что-то все равно он медленно едет.
Или ты так и не стал гусли покупать? А чё так плохо едешь? Проеду. КВ-2 справа. КВ-2 надо убить. Срочно. Чудо-дерево. Ну там ёлка впереди, да. Взял, сбил меня. Давай налево. Не налево, а на центр надо выехать повыше. Один есть. Похудел чутка, да? Пусть они там ползают. Ну, урона нет, 200 урона, чё это? Так, игру кому-то вот именно испортить, а толку? То есть он весь критованный. А тебе от этого пользы ноль. Ой, куда ты, Бонапарт? Бонапарт, тебе к нам. Да, еду на перерез. Если они не вернулись. Заряжу-ка я кумысик. Да. Не пробью, думаешь? Должен. Если в гусельку не попадет, то пробьет. Ничего себе он быстрый. Откуда у него? У них же скорости-то нет. Как он так телепортировался быстро. Смотри. Ай, не долетел. Сейчас бы ушел в ангар. Пять боев осталось. Да уи. Семьсот. Я бы знал, что он так быстро пройдется, я бы не это.
Не перебучал бы за этот экипаж, так за голду за серебро перебучил. Хотя пусть будет. И снова 7. Доедем до того берега-то. Не факт, да, я тоже так думаю. Я все-таки попробую. Да. Если Е-25 не выставится здесь где-нибудь, хотя там еще 12Т есть. Пробуем. А здесь арта закидает, смысл здесь стоять. Где? Что, вся команда сваливает? Тоже не есть хорошо. Они либо сейчас все там сдохнут, либо всех убьют. Все, я свечусь. Беги, 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 я в свете. Угор. Пока мы катаемся, они у нас базу захватят. Давай, 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 проезжай, не останавливайся, сюда арта кидай. Четыреста, да? Аккуратней надо, аккуратней. Такой обрубок. Я тоже могу его завалить. На полном ходу. Сорян. Я не думал, что попаду. Ну тебе чё, сушка, тоже что ли в сандали? Вот своих вертуха летит. Так, а вы один там справитесь с экранированным? Че, они убежали, что?
Сейчас вы два. Через заборчик ему на крышу. Ах ты ж, блин, вот так вот на крышу. Решетный, давай аккуратней, живи, арта кидает сюда, свелась. Вот. Вот в чужого бы так попасть тоже. Вообще там непонятно где. Может, флешем накроет. Как он меня засветил тут через кусты? Да я знаю. А что я сделаю? Гора здесь появилась, она была здесь. Плохая была идея сюда ползти. У меня гость. Какие сейчас скорострельные на голде. Был на том, этом берегу оставаться. Пока мы доползли, тем более, когда уже толпа все сюда поехала, надо было разворачиваться. Я так и думал, что они либо все сдохнут, либо всех убьют. Без урона. Так, что, мы еще на 55% поиграли сегодня. И то ладно.
Оборона. Обороняемся, окапываемся. Ну да, куда-нибудь туда. Ну что, никто не подставит, что? Странно, я бы подставился. Ай, отвлекся, и он вылез. Наверное, он больше не будет рисковать. Куда поехал? Чемодан забыл. А, это говно сюда закидывает. Тебя в корму там не наваляет? Четыре на голоде, да? Из этого не попадешь. Надо уезжать от Неварик. Че тут пристроился? Ай! Он попутал, по-моему. Не уходи, не уходи. Хорош. Не успел. Молчи. Ай-яй. Су-85. По 7 надо тащить, давай живи.
полуслился. У тебя есть еще 5 минут. Потрать их с пользой. Ща-ща-ща. За артой бы кто-нибудь сгонял, все стоят. Как он попку подставил. Обнаружен противник. Тухан не зашел. У тебя есть еще 3 минуты. Потрать их с пользой. Все, я открыл. Я открыл. Тебе хватило? Один опыт остался. Я тебя... Тебе надо было 700. А ты этих без бустов катаешь, да? Я тебя обогнал. А мы сегодня здесь не были, да? Первый раз, как в первый класс. Спускайся вниз, поддержим. Коричневый куда погнал? С двумя отметками. А.
через верх поеду. Надеюсь, не насуют по дороге. Шестьдесят седьмой рвется. Не дорвался. Не добежал чутка. Хотелось ему посмотреть, что тут происходит. Эх, ДВ-2 бортиком. Ой, ДВ-2, иди сюда. Есть фраг. Второй фраг. Красота. Погнали в атаку. Так, что я там забыл? Кумысом-то пробиваю его или нет? Надо было А-20 забрать. Не пробил. Ой, не попал. Враг обнаружен. Пробитие. Там не буду больше уходить. Кого, Хетцера или Арку? Кумысиком пробовал. Обнаружен противник. Ща. Живи. А чё они опять все лопнули? Я так не играю. Сюрприз! Ой-ой-ой-ой-ой. Куда поехал? Чемодан забыл? Ну. Забрали, гады. Ну и все, 4 часа и готово. Кого 4? 3 часа. Готов. Япошка. Чё, тебе хватило? Все, я купил.
Че, покатаем еще что ли? Немного. На темном фронте не нафармил, что ли? Еще минут 20, что ли, катанем на них. Полчасика. Да, нет? Может попробовать эту пушку или нет? Не стоит. Да не, наверное, не серьезно это. Выкатываться на нем там что-то. Перестрелить с этой мелкой куколкой. А, все, ты его продал. На восьмых. Ну, давай на восьмых. Запутался в кнопках, что нажимать. Онлайна нет, все убежали. 10 час время. Да, а я без понятия вообще, куда здесь лезть. Встречка с этой стороны. А, ну да, наверное. Не, можно вот здесь налево на полке встать. Вот такое, наверное, себе. Поехали туда наверх. Десятками. Да ничего хорошего тут не получится. Надо где-нибудь вот здесь зацелить, я думаю. Ну вот я полочку нашел. Он живет до сих пор. Он просто от балды катается. Враг обнаружен. Ай, проморгал на карту пока. Здесь нет никого. Он убивает нас. Не в ту сторону мы поехали. Ну да. Нет. Давай закончим тогда. Все и пошку прокачали.
После него что-то другое уже не зайдет. Все, давай, Денчик. До связи. Завтра, наверное. Не знаю, что там завтра у нас будет. Ну, увидимся, короче. Все, давай, пока. Так, где у нас шестерочки? Все, купили этого крокодила. Экипаж пересажу. Следующий стрим на нем, наверное, покатаем. Так, все, всем спасибо, кто смотрел, кто заходил. Ставим лайки, подписываемся. Вот как всегда. Все, до новых встреч, пока-пока.